второе занятие. Собака провела большую часть жизни в шокере. Решили отказаться от шокера и научить собачку ходить на ошейничке с обычным поводочком. У собаки нет понимания, что такое идти по команде гуляй. Есть только команда рядом и команда гуляй без поводка. Задача научить собачку ходить недалеко от хозяина, не выбегать на дорогу. Понятия, что такое дорога, тоже нету. Второе занятие. Собачка уже идет на поводочке. Стараемся, чтобы он понимал дистанцию недалеко от хозяина и понимал, что такое край дороги, не выбегая на дорогу. Команды отдавались очень громко, очень резко. Тон меняем, выделяя только командные элементы. Отрабатываем команду «Дорога». Собака возле дороги. Молодец. Усаживается. Дорога. Этот элемент мы отработали. Молодец. На прошлом занятии. Когда выходим на дорогу, отдается команда рядом. Собака идет у ноги, не выбегая лопаткой за уровень колена хозяина. Идет контроль. Дорога. Молодец. При помощи накидки. Молодец. На лапы. Хорошо. Гуляй. И отработка команды. Молодец. Гуляй. Не тяни. Молодец. Нет. Молодец. Сколько? Молодец. Собака идет, поводок провисший. Молодец. Нет натяжки, нет упора. Молодец. Нет момента перетягивания. Кто сильнее? Молодец. Собака движется по пешеходной. Молодец. Зоне, не выскакивая на дорогу. Молодец. Имеет возможность. Молодец. Погулять. Молодец. Вот так. Коррекция. Проходи. Поводком. Молодец. Без крика. Умничка. Истерик. Не тяни. Нет, не тяни. Нет. Не тяни. Вышли в зону выгула собаки. Знакомая территория. Нам нет. Мы первый раз. Мы не даем вылизывать и занюхивать землю. Собака понюхала, отметила, при желании переметила и пошла далее. Отзыв собаки. Собака подошла, порадовалась. И отправляем дальше гулять. Гулять — это не значит, что собака сорвалась и побежала вперед. Собака ушла чуть вперед. Хозяин, человек, который с поводком, постоянно поддергивает и отдает команду, чтобы собака реагировала в будущем. Молодец. Всем привет. С вами Вадим Кинолов. Там вам все уже объяснили по данному псу. Во второй части видео я покажу, что в моем понимании рывок поводка и какие есть моменты при рывке поводка и как можно сделать, как можно и нужно делать правильно рывок поводка, независимо от того, кто хозяин там, мужчина, женщина, слабый, сильный. Нет, если правильно делать рывок поводка, я вам покажу следующее видео, смотрите. Вы увидите, как правильно. И любой человек, если будет выполнять те моменты, которые я вам объясню в видео, как делается рывок поводка, справится с любой собакой. Все, спасибо за внимание. Ждите второе видео. С вами Вадим Кинолов.